Елена, добрый день. 9 марта 2020 года. Снимаю первый видеообзор по изготовлению вашей бани. Поздравляю вас с прошедшим праздником. И сейчас проведу небольшой видеообзор по срубу. Рубит бригада Евгения Муравьева. На сегодняшний день уже срублено 2,5 ряда. И используются очень крупные бревна, самые крупные. Начинаем, как правило, рубить с них. 33 диаметр. Здесь у нас диаметр 37. По договору у вас идет 100% ель, порода дерева. Вот сейчас ребята уехали на обед, выставили они бревна, будут их причерчивать и дальше уже прирубать. Держится вертикальный уровень по черте. В чашках прирубается все плотно. Также продольные пазы. Ребята прирубают плотно. Давайте померим еще здесь диаметры. 30, 38. Вершина, комель, чередование. Сейчас ребята приедут с обеда, вывернут бревна, прирубят их, и я сниму пазы. Елена, вот вывернули бревна, чтобы показать, как выглядят межвинцовые пазы. Что они полукруглые. Сейчас, секунду. Так у нас выглядит паз. То есть никаких треугольников. Диаметр бревна 30. И при этом паз примерно 19 сантиметров. Это у нас, по-моему, 8-метровое бревно. Сейчас посмотрим с другой стороны. Так. С другой стороны тоже все полукруглое. Вот еще одно бревно. Ну и наша баня. Елена, основные моменты по срубу рассказал. Показал диаметры, пазы бревен. Ну и сниму еще немножко площадку. Уже у нас сзади стоят установленные срубы, готовые. Зимний лес вот на заднем плане. И еще один сруб. На этом первый видеообзор завершаю. Спасибо за внимание. До свидания.